Также во время своего визита в Хабаровск Павел Колобков дал комментарий по поводу смены руководства Международного паралимпийского комитета. Напомню, новым президентом организации стал бразилец Эндрю Парсонс, сменивший на этом посту британца Филиппа Крэйвена. Знаю его как большого профессионала, он давно работает в паралимпийском спорте. Многократно был и в России. Мы будем вместе работать над восстановлением Национального паралимпийского комитета. У нас есть дорожная карта. Будем вместе работать, поэтому поздравляю, желаю ему успеха.